Что это? Оса или богомол? Многие решат, что это гибрид. Но нет, это мантиспа. Род насекомых из отряда сетчатокрылых. И кстати, эти насекомые не являются близкими родственниками богомолом или осом. Это лишь очередной пример конвергентной эволюции. Если вы не знаете, что такое конвергентная эволюция, советую вам посмотреть один из первых моих видеороликов, ссылку на который я оставлю в комментариях. Вообще, близкими родственниками этих насекомых являются златоглазки и муравьиные львы. Личинки же этих насекомых питаются яйцами пауков. Зачастую они прогрызают коконы и съедают потомство пауков. Также по одной из версий. После вылупления личинки мантисп ищут пауков, присасываясь к ним, становятся их паразитами. После чего ждут, когда паучиха начнет плести коконы и откладывать яйца. И в тот момент, когда она начнет это делать, личинки попадут внутрь. Этим хищникам не повезет только в том случае, если им попадется не самка, а самец. Но и тут им может повезти. Как в тот момент, когда самец начнет спариться с самкой, у них появится шанс перелезть с самца на самку и оказаться в коконе с их потомством, которое они позже съедят. После чего личинки раздуются, а куклица произойдет метаморфоз, и на свет появится взрослая мантиспа, которая будет питаться как богомол.